появится. Вот сейчас, здесь, в нашем зале, сказка начинается. Подглядывать же нехорошо. Нехорошо это. Нет, ну я же их отец. Я же должен знать, чем занимаются мои деточки. Вот посмотрю, чем занимается первая дочь. Первая, как всегда, смотрит эту передачу «Модный приговор». Вот лучше бы она взяла и уроки сделала. Посмотрю, чем занимается моя вторая дочь. Ну, а вторая, как всегда, сидит за этим компьютером и ест эти сладости. Лучше бы готовить научилась. А чем же занимается моя самая маленькая дочка? Так, а где же она едет? И в комнате ее нет. И во дворе. Украли! Караул! Украли! Да нигде ни на чем. Общалась я.
Ты б лучше сестре сказку почитала. Это я, батюшка, это я, господин, виновата. Не усмотрела, не уберегла ее от тоски. Вот она и ушла. Одной наряды новое подай, другой сладости всякие. Вот забегалась и проглядела ее маленькую. Вот-вот, она виновата. Ее, батюшка, и наказывайте. Отрубить ей голову. Да, совсем наша нянька обленилась. Не успевает она. Надо успевать. Вы как разговариваете со старшими? Пока я тут еще король. А вы-то на что? А вы тут ни при чем. Иди там, Гарс. А ты че щипаешь? Кто я? Тихо! Все! Мое терпение лопало! Няня, подать мне витамин Э! Ой, папа, няня! Поскорее! Ой, бежи!
Ведь мне не нужны все эти драгоценности. Мне хочется, чтобы в нашем королевстве все любили друг друга и были друзьями. Вот у тебя есть друг? Конечно, у меня есть друг. Вот, вот видишь, у вас у людей есть друзья, а у меня нет. Поэтому мне было так одиноко, что я решила уйти из дворца. Нет, нет, стой! А давай я буду твоим другом. Самым настоящим? Самым-самым. Ура, теперь у меня есть друг! Папенька, нянечка, сестричка, я дома! Сюда! Сюда! Нашлась наша солнышко! Нашлась наша жемчужинка! Ну ты, Глянка, ну ты даешь! Да, ну и где ты была? Как вам принцип нам привела? О-о-о! Нашлась! Нашлась моя доченька! Живая! Ой, кто тебя похитил? Рассказывай! Опять эта тетка Медуза к себе во дворец звонила, да? Прости меня, папенька, сестрички и моя нянечка, что я ушла из дворца. Но зато я привела к нам друга. Что? У нас гость? Так я ж... Няня, подай мне корону, да побыстрее! Внимание, внимание! В нашем королевстве наконец-то появился гость! Оркестр! Музыку! Отказался. Доченька, капелька, покажи
дворец. Хорошо, Капочка, пошли. Ну и мы тогда пойдем. Я к себе. А я к себе. Опять я один остался. Опять меня скука одолела. Так, где мой верный слуга Квакун? Алло, Квакуня, Квакуня без денег, ты где? Квакуня, отзовись, Квакуня, отзовись. Квакин, ну вот ваше величество. Ах ты мой синелой. Квак. Ах ты мой пучеглаз. Квак. Любишь царя? Квак родного папу, квак родную маму. Так что ж ты меня и моих дочерей оставляешь скучать? Вам бы не так, ваше величество. Я вам сюрприз приготовил. Новый год называется. Наконец-то! Так, мальчики, няня, все сюда! Все сюда, скорее! Что случилось? Зачем позвали? Здесь. Слушайте, новость. Квакуня нам принес Новый год. Ну, давай, свой Новый год. Да не принес я его. Это праздник такой, на суше. Волны ходят зад-вперед, плавает морской народ. А на суше Новый год. Это что за Новый год? Да вы вот у мальчика спросите. Ну, что такое Новый год? Ну, вот как вам объяснить? Люди водят хоровод возле елочки лесной. Со снегурка Дед Мороз нам везет игрушек. Это значит, мы в воде тут одни сидим целыми днями, не с кем спеть и потанцевать. Вот-вот, так и состаримся. На Новый год опять без гостей останемся. Новый год! Хотим, хотим, хотим! Стоп, стоп, стоп! Надо что-то придумать. Мамочка, давай пошлем приглашение Деду Морозу и Снегурочке. Точно! Надо послать гонца с приглашением для Деда Мороза. А кого? Давайте я приглашу Снегурочку. А это идея. Так, няня, подать мне королевскую печать. Вот, держи наше приглашение. Отнеси его Деду Морозу и Снегурочке. Так, девочки, проводите нашего гостя до берега. Хорошо. Наконец-то я устрою своим дочкам настоящее веселье. Квак! А вот я считаю, что Дед Мороз со Снегурочкой здесь могут и не появиться. Это еще почему? Ну, квак почему? Их же ведь наверняка дети еще до нас пригласили. Мне же график поздравлений на все каникулы расписан. Что ж теперь делать-то, Квакун? Ну, не печалься, король, не печалься. Я кое-что придумал. Давай скорее выкладывай, у нас нет времени. Ну только давай отойдем, чтоб нас никто не послушал. Король, а давай Снегурку украдем. Давай. Нельзя красть! Нехорошо это! А тогда доченьки твои останутся без подарка. Решай, король. Что же делать? Что же делать? Нянь, давай грозову украдем. Я ведь так хотел своим дочкам праздник устроить. Настоящее веселье. Нянь, Ань. Ой, даже не знаю, что вам на это сказать. Ну ладно, только чур, никого не обижать. Не-не-не. Так, иди, старая, не мешай нам с королем думать. Ухожу, ухожу. Одни неприятности от тебя, Квакун. О, а ты что здесь делаешь? А я проплывала морскими пейзажами, любовалась. Ну, плыви-ка, плыви. Мне порядок говорить надо. На воде, на воде. Вы же сходкой. Ну, вы идите, король. Готовьтесь к встрече гостей. Да. Подать мне мой королевский наряд. Ну, никак не дуть поколдовать, да злодейство совершить. Ты Снегурка, ты ква-ква, ты скорее не ква-ква, как у
глазах твоих уснут, мысли в сторону уйдут. Ты снегурка, ты кла-кла, ты скорее снегла-кла. До болота до утра, и тебе уснуть пора. Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. Здорово, что я все придумал. Ну, пойду за Снегурочкой. Что надо?
Кому это надо? Это что за чудо-юдо? Я не чудо-юдо. Я твой родный племянник самой Медведи за десятой. Я сама охрана моей тетушки. Охрана? Да с такой охраной все разнесут. Нет, не разнесут. У меня сокровища спрятаны в сейфе. А где этот сейф? Он надежно охраняется? Да что это все про богатство, да про богатство. Ты давай там про Новый год рассказывай. Что это за праздник такой? Кто-то будет Дед Мороз. Вообще, какого толку от него? Дед Мороз приносит подарки. А ведь нам подарки нужны. О, конечно, нужны. Ведь мы хотим стать богаче. Богаче! Богаче! Зачем ты еще богаче? Ты такой или притворяешься? Нет, я такой. Опять меня этот буль-буль опередил. Всегда хотел быть первым. Ну ладно, не бывать этому. Эй, слуги, ко мне! Да, эй, слуги, к нам! Эй, пираты мои морские разбойники, на задание появись! Давайте пошевеливайтесь! Одно левой, одно правой, на месте! На минус десятую развернись, да не спиной, а этим, ну как там его лицом, по порядку рассчитай. Первый, второй, четвертый, расчет окончен. Ваше ведомство, вот пиратов прибыл в количестве 10 пиратов. Ох и взвод! Так, животы подтянуть! Ну, орлы, рассказывайте, как жизнь? Ну, это как там его? Понятно. А кормят-то хорошо? Ну, это самое... Ой, ладно. Ну-ка, пиратики, повеселите-ка меня-то хорошенько! Свистать всех вниз! Веселье начинай! На плечо попугая повязку на глаз, распирать по карманам гранаты. Парни, мы высший класс, посмотрите на нас. Я попал, и вот это нам!
пошел у Деда Мороза и Снегурочкой. А Снегурочка краса, стройна, умна. А какой бал у них будет? Какой бал? Что? А бал устраиваешь? А меня? Меня не пригласили. Ну не бывает этого. Не будет у них бала. Не будет у них никакого праздника. Правильно, правильно. А давайте им Новый год испортим. Ну и что ты предлагаешь? Пошлем своих гонцов за Дедом Морозом и Снегурочкой и заманим их сюда. Ай да умница, ай да молодец. Дело говоришь. Подожди, посылать кого будем? Да вот этих пиратов, пусть свой хлеб отрабатывают. Ну, сама придумала, сама исправляйся. Благодарю за доверие, благодарю за доверие. Я все ваши от хвоста и до головы, от хвоста и до головы. Ну хватит, хватит тут хвалиться. Ты давай, командуй парадом. Хорошо, да. Я пойду досмотрю свою любимую передачу. Конечно, отдохните, отдохните. Да, бест на столе! Ай-два, 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 ай-два. Слушай мой приказ. Первое, попасть на берег. Второе, схватить Деда Мороза и Снегурочку. Третье, заманить их сюда. Понятно? У-у, ага. Ну, раз ты понятно, тогда на месте бегом выполнять приказы. Ай-два, ай-два. Ну, чего? Так на месте же бегом. Ох и тупость, ох и серость. За мной бегом. Ай-два, ай-два, ай-два. Ох, люблю я, когда со мной бою. Ну, я тебе покажу, чья возьмет. Ага-га. Thank you.
верный слуга Квакун. Квакуня, где мой сюрприз? Квакун, ты где? Вот! Здесь я, ваше величество. Ваш план. Дом как родной охраняю. Да, Квакун, ты мне скажи, где мой сюрприз? Ваше величество, я хотел вам доложить, что благодаря мне вы победили свою сестру, Медузу Десятую. Я взял в плен ее пиратов вместе со Снегурочкой. Это ж ура! Ура! Победа! Так, подожди, Квакун. Ты мне вот объясни одну вещь. Как тебе, то есть, конечно же, нам, это удалось? Я? Что? Мы были в подводном царстве, и был бой, и мы победили. И теперь мы взяли в плен пиратов. А пираты взяли в плен Снегурочку. Да. Теперь они все у нас во дворце. Великолепно. Так, созвать всех в главный зал. Внимание, внимание! Указ Его Величества! Всем немедленно явиться в главную залу! Внимание, внимание! Указ Его Величества! Всем немедленно явиться в главную залу! Что случилось опять? Да вообще на опять зовете? Мы здесь. Мы, Бульбуль Десятые, были в подводном сражении. И одержали победу! Ура! Не надо похвал. Самое главное, что теперь у нас в плену пираты Медузы и Снегурочка. Браво! Браво! Вести сюда пленников. Эй, удальцы, одноглазые молодцы. Палаты, Захар, дить. Ай-два! 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 Ваше морское величество, что бы с вами ни случилось, будем вам верой и правдой служить и подарки приносить. Туда! Да не собирался я вас коснить. Кстати, на подарочек мне подайте. Подарок! Подарок! Снегурочка! Какая красивая! Привели к вам девочку не простую, а волшебную. Зовется в народе Снегурочка. Девочка хорошая, добрая. Только немного странно. Как? В смысле? Странно. А? Постоянно считает. Пока ушли, она нам все задачи задавала. Ох, и сложные. Я ничего не запомнила. Только вот условия на бумажке записала. Насколько миф универсал экономит капитал? Как сыграли 6 кусков мыла с Егор? И на сколько процентов подорожали чипсы Лейс? Ух ты, да. И впрямь умная. Я бы таких значков точно не решила. Да потому что математикой надо заниматься, а не этими, как там, нарядами. Сладости меньше. А еще на стихи читают. Только, правда, необычные какие-то. Стихи я люблю. Так, хочу стихов. Вот тебе за это, жемчужинка. Да, читай, читай, читай! Пельмени самолетные, вполне великолепные. Если обувь вам нужна, на Динамо есть она. Жилет лучше для мужчины нет. О, нет! Мне такие стихи не нравятся. О, опять она умеет. Да, привет! Может, очень талантливая девочка. Ой, Thank you.
конфетка, да я на праздник к вам пришла. Давайте вместе споем ты песню, поем ты дружно, ла-ла-ла. И то, что Нового года не будет, вообще не Хлоя Зелья. Бабушка, Снегурочка очень талантливая девочка. Танцует и поет. Ее, наверное, заколдовал кто-то. Как заколдовал? Как? Кто посмел девочку обидеть, а? Нет, мы! А что вы все на меня смотрите? Я здесь вообще ни при чем, я тут с краю ничего не знаю. А я знаю, кто может нам помочь. Вам? Когда я болела, меня всегда няня лечила. Няня! 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 Да я даже не знаю, получится ли у меня. Ну, ты же слышала, у нее в голове одна реклама. Вот-вот, надо ей как прочистить мозги, что ли. Только комет убивает микробы. Няня, ну пожалуйста, попробуй. А то у нас и праздника не будет. Да, тяжелая сумочка. Заплати налоги и спи спокойно. Успокойся. На счет три ты заснешь. Проснешься только тогда, когда я скажу. А вы идите отсюда, не мешайте. Вот и все. Получилось! Получилось! Раз, два, три. Ой, что это со мной? Я что, болела? Возьмет.
прошел, а внученьку Снегурочку так и не нашел. И где же она может быть? Да, она уже пришла. Ее украли пираты самой Медузы Десятой. Значит, ее надо искать в ее королевстве. А вот и указатели. Дворец Медузы. Ну что ж, присяду немножко перед дорогой и пойду дальше. Какое счастье! Сам Дед Мороз ко мне в лапы попался! Сейчас я тебя заколдую, чтоб ты спал! Андреас, приготовиться к бою, что-то мне плохо стало.
не буду воевать, все подумают, что я трус. Да. А я не трус. Да. Я хочу быть героем, хочу Новый год, Деда Мороза и Снегурочку. Да, мы тоже хотим. Между прочим, я тоже хочу Новый год, а вот он не мешает. И даже я хочу. Ну уж нет, Дед Мороз и Снегурочка будут у меня. Нет, у меня. А давайте они будут у нас. Как а это? А вот так. Мы берем, пишем приглашение на бал самой Медузе Десятой и отправляем гонцов. Медуза Десятая приветливо встречает гонцов. И, ну хорошо, я согласна. А в это время, пока плывут гости, царь Буль-Буль готовится к встрече праздника. Ведь у него во дворце сам Дедушка Мороз и Снегурочка. Дед Мороз! Так это же я его привел, старался. Сейчас я его приведу. Прости меня, я его так заколдовал, что и сам теперь не могу расколдовать. И он спит, как медведь. А может быть, я вам помогу? Помоги, пожалуйста. Дедушка, милый, очнись. И от колдовства проснись. Раз. Два, три! Ой, внученька, ты уже здесь? Здравствуйте, ребята! Где я? Ничего не помню. Помню, что пошел тебя выручать. И дальше заблудился, ничего не помню. Да заколдовали тебя, дедушка. Кто это сделал? Дедушка, все нашлись, все уладили. Будем ругаться. Подружили. Так, подождите. Мы не поняли. Да. У нас война или Новый год? Ну, конечно же, у нас Новый год. Ура. И новогодний бал. Ура! У нас настоящий Новый год. А если у нас новогодний бал, то нам и елочка нужна. А у нас сияя тур. Ну ничего, у меня есть волшебный посох. Ой, а где же мой посох-то? Никто его не видит. Не печалься, дедушка. Это, наверное, твой посох. Я его нашел, когда тебя искал. Спасибо тебе, добрый мальчик. Спасибо. Ну что ж, волшебный посох я беру и быстро чудо сотворю. Раз, два, три. Елочка, кати! Oh, no.
знать твой секрет. Счастливы будем тысячу лет с Новым годом! С Новым счастьем! Дорогие гости наши, мы сегодня надеялись, что зал будет полный, но это первая наша репетиция, и я надеюсь, ваши бурные оглушительные аплодисменты восполнят неполный зал. Дорогие наши зрители, я надеюсь, вам сказка очень понравилась. И мне хочется, чтобы вы особо поаплодировали не только нашим детям, но и нашим прекрасным руководителям. Вспомните, как тяжело научить ребенка выучить стихотворение к Новому году. Дома целая мука, а здесь двухчасовой спектакль. И я хотела бы, чтобы мы поаплодировали Татьяне Григорьевне особенно. Ане Алексеевне, которая возится с ними все время тоже. Татьяне Ивановне, нашим замечательным звукооператорам, светооператорам, вы обратили внимание на чудесные декорации, да? На костюмы. И можно попросить Елену Владимировну Зазон тоже выйти сюда, в то время, когда вы варите холодцы. Она шила костюмы вечером. Вот она на нашем месте, умница и хореограф наш. И, дорогие гости, я надеюсь, что вам сказка понравилась. Я ее точно второй раз обязательно посмотрю. 9 января в 15:00. И я надеюсь, и вы это сделаете, и приведете еще своих друзей.